Всем привет, дорогие друзья! Мы с вами приехали в Ясную Поляну. Здесь родился Лев Николаевич Толстой, здесь он жил, здесь он похоронен. И именно здесь, в этой усадьбе, он написал свои знаменитые произведения «Война и мир», «Анна Каренина». Так что давайте посмотрим. Здесь везде указатели, дом Волконского, могила Толстого, дом Льва Николаевича Толстого. Но мы идем туда. Местная собака. А это дом Льва Толстого. Рома тут подбрасывает листья. Вообще очень красиво. Еще здесь есть конюшни, видите, для лошадей, и сами лошади, конечно, лошадки. Потрясающая погода сегодня, конечно. Здесь даже сохранились амбары, в которых сегодня запасается сено. Видите, там сено для лошадей. Люди здесь развлекаются. Кто-то вон бросает листья, кто-то сделал веночки из листочков, фотографируется. А запах пахнет осенним лесом. Смотрите, здесь традиционный домик из дерева, изба. Видите, крыша сделана из соломы. Соломенная крыша и бревна. Сейчас подойдем ближе. Видите, этот дом теплый. Ром, тебе нравится кататься? Такой живописный деревянный домик здесь. Листопад. Прекрасный осенний клен. А это могила Льва Толстого. Здесь он похоронен. Это была его последняя воля – быть похороненным именно здесь, в этом лесу. Ну что, друзья, подошла к концу наша поездка. Вот прекрасный Толстовский пруд. И что могу сказать? Великолепное место, Ясная Поляна, тихое, спокойное, место вдохновения, место творчества. Если вы будете в России, обязательно сюда приезжайте. На этом все. Пока-пока. Thank you.
Thank you.